Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представляю обзор на холодильник Beko RCNK-335E20VW. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании. Чтобы следить за выходом других обзоров, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь, обзор для вас будет полезен и вы поделитесь впечатлениями в комментариях, а также поддержите канал лайками. Двухкамерный холодильник выполнен в белом цвете, поэтому впишется в интерьер практически любой кухни. Это отличный вариант для большой семьи. Оптимальные размеры данной модели обеспечивают удобную загрузку и выгрузку продуктов. Инновационная технология трех цветов от Beko внутри отделения для фруктов и овощей воссоздает природный световой цикл, сохраняя витамины дольше. Предотвращение образования льда и смешивание запахов. С системой No Frost не нужно регулярно размораживать холодильник. А инновационная система двухконтурного охлаждения Dual Cooling позаботится, чтобы запахи в холодильной и морозильной камерах не смешивались. Умное распределение электроэнергии. На время вашего отсутствия вы можете перевести холодильник в режим отпуск и отключить холодильное отделение. Это позволит сэкономить на счете за электричество и в то же время не беспокоиться за сохранность продуктов в морозильной камере. Забота о семейном бюджете и окружающей среде. Позаботиться о счетах за электроэнергию и состоянии окружающей среды позволит класс энергоэффективности холодильника А+. Модели А+, энергоэффективны более чем на 20% по сравнению с моделями класса А. В долгосрочной перспективе вы сможете значительно снизить ваши расходы и внести вклад в осознанное потребление. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас расскажу о них, сначала отрицательные. Шумный, такая маленькая подстанция. Неудобная полка для заморозки льда. Подставка для бутылок и под яйца – один предмет. Ножки регулировки передние очень короткие. Компрессор включается каждые 20 минут и молотит по полчаса. Теперь перейдем к положительным. Отличный вместительный холодильник для маленькой кухни. На семью из 4 человек норм. No Frost. Ящик для овощей, фруктов. Компактный, несмотря на высоту. Сборка хорошего качества. В ящике для овощей работает подсветка. Нет лишних функций, нет перегруженного символами дисплея и лишних звуков от его электроники. Любой отклик важен, жду ваши комментарии и лайки, всем спасибо. Под видео в описании вы найдете подборку ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик для уведомлений. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».